Так, Умберсел получает мяч. Оставкович пытается защищаться, но Девон попадает издали из угла. Фейри сможет отдавать быстрый прорыв. Здесь Девил пытался пробоить между ног. Практически 360. Долетает Девон Акунперсел. Акунперсел уже разминается перед слэм-данк-контестом. Это было его первое, возможно, такая пробный данк. Пока что еще, конечно, судьи баллы не выставляют, но... Ивенс Хантер, с которым они в том году стали чемпионами. Стали Уникса. Прямо сейчас его опекал Девон Акунперсел. В данном случае реализовать. И скидка в угол. Ну вот, Акунперсел чаще остальных атакует. Акунперсел. А он точно тот конкурс себе выбрал? Да. Акунперсел на площадке, и вот они взаимодействуют. Еще я... Всем известный Хупс тоже здесь. Вы смотрите, Акунперсел уже 21 очко. И Акунперсел. 24. Да. И ответ? Акунперсел. Да. И у него уже 26. Уходит от Мурдюка, казалось бы, но нет. Погружил. И Акунперсел. И еще очковый. Девон Акунперсел, да, даже Воронцевич протирает лицо, такой, чего? И два очка от француза. Еще одна будет? Да, еще одна! Он просто не останавливает. Он сегодня в огне, я думаю, что надо и пробовать себя высокое. Акунперсел. Пробовать еще один, трехочковый. Да ладно, ну, Девон. Опекает сейчас Эмбая Соломон. 45, Зевьер, дальше и Хэймонс. Футбэк. Футбэк дан от Акунперселу 40. 40 очков начали добывать для Тринидада и Тобаго. 10 заявки на MVP сейчас. Амат Эмбай, у него 22 очка, Акунперсел 43. 11 трехочковый в концовке игры. И конечно же, бросок. Ух ты! Это действительно неожиданно. Интересно. Редкий момент, когда MVP получает игрок команды, которая уступила. Но, значит, все наши рассуждения по поводу гонки за MVP были ни к чему. Да. А Девон Акунперсел на этот MVP наиграл, безусловно. Действительно, отличный перформанс. 44 очка, 11 трехочковых. Нельзя не отметить такое заслуженное MVP. Редкое событие, но вполне заслуженное. Фантастический Девон Акунперсел.